Добрый день. 21 апреля отмечается ежегодно, начиная с 2012 года, День местного управления. Это праздник, он недавно был установлен для всех работников и сотрудников, которые работают в органах местного самоуправления, представительных органов, учреждениях и организаций муниципальной формы собственности. Но в истории этот праздник был определен очень давно, начиная с 1785 года, когда Екатерине II было подано закон о праве городов и поселений Российской империи о местном самоуправлении. Традиции этого праздника сейчас возрождены. Мы всегда с определенной ответственностью подходим к этому дню. Местное управление, наверное, один из важных элементов участия населения в самоуправлении, когда непосредственно жители поселений, городов принимают участие в реализации всех проектов по жизнедеятельности той местности, территории, где они проживают. Те люди, которые работают в органах местного управления, люди ответственные, профессионалы своего дела, каждый из них понимает, для чего он работает и участвует, скажем, в жизни своих территорий. Реализация тех проектов, которые направлены в первую очередь на обеспечение комфортной жизни населения на своих территориях, должно обеспечить только компетентные люди. То есть те профессионалы, которые работают в органах местного управления. Реализация данных проектов, конечно, ведет к непосредственному участию жителей, поэтому есть тесная связь между органами местного управления и населением поселения. Поэтому в этот день мне хотелось бы всех поздравить с этим днем и пожелать только успехов и достижений в этой трудной работе. С праздником!